Всем привет! Сегодня постараюсь воплотить в жизнь план банан. Прокатиться вокруг Тахитского залива. Сейчас еду где-то в Чебукен. Вот наткнулся на интересную парковку. Миник, Skyline, RX-7, GLX, Merz. Тут, наверное, самый стильный. Ну, возможно, и самый гнилой. Что-то у нас 280S. Такая парковочка интересная. Небольшая остановка. Находка в траве. Комарик. Гоночный. Кстати, был спойлер, но все еще остался спортивный руль. Восемьдесят километров позади доехал до водохранилища какого-то, перекусил и сейчас отправляюсь дальше. Как слышно, сегодня весьма и весьма ветрено, в принципе, как и обычно. Сквозь рисовые поля наконец выехал к морю, к побережью. Еще немного, и надо будет переправляться на ту сторону. Надеюсь, паромчик плавает. Небольшой храм в скале. Еду вдоль побережья, и тут такая нехилая пробка. Виды побережья радуют. Все-таки, как-никак, море. Но пробка все так и продолжается. Видать, по всему побережью так и будет. Доехал до паромной переправы, купил билетик 1400 йен на тот берег. Тут машины, там мой велик уже стоит, ждет. Это минут через 30 отправления. Вот, пока прогуляюсь. Надеюсь, меня слышно. Ветер, как всегда, дует во всю силу. Тут, надо сказать, красивое побережье. Ближе к океану. Напомню, сейчас мы находимся в префектуре Чиба. Красота. Ястребы. Сувениры. Внутри морского порта.
моя очередь грузится. Колодки ставят даже. Думаю, теперь можно подняться на второй этаж. Точнее, уже на третий. И будет нам 40 минут. Угу, прикольно. Давно на кораблике не плавал. Отчаливаем. Скажем, префектуре типа пока. Шатает так прилично. Чувствую себя алкашом. Хоть и не знаю, что это такое. Стойка. Вот это посреди моря, точнее посреди залива. Корабли. Оживленная навигация. О, где-то там в Токио. Подплываем. Царь блеска. И вот он уже, другой берег. Как и обещали, 40 минут. На кораблике поплавал. Велик вместе со мной. Покидаем кораблик. Ну вот и на другом берегу. План банан наполовину выполнен. Даже чуток больше. Если верить Google карту. В этой части я никогда не был. Что-то новенькое. Пляжик.
Что может быть прекрасней? Пальм, море, тепла. Хорошо приправленных солнцем. О, красивое место. Скакали. Так, ну, чтобы вдруг не начался прилив, то я не вернусь домой. Прикольное место. Морская звезда и еще какой-то невиданный морской зверь. Такое мягкое. Какой-то слизень. Это уже окочурилось окончательно. Время подкрепиться.
блинчик и энергетик. Еще стольник как бы ехать. Силы требуются. Он не вон туда, где виднеются небоскребы. Как обычно, вернусь сюда в полной темноте уже. Но ничего, не привыкать. Нехилые камешки попадали. Сколько тонн, интересно. Откуда-то оттуда. Таинственная пещера. Обвалилась, походу. Вон там вдалеке виднеются здания. Это примерно Йокохама. Дальше вон красный корабль. И правее еле-еле видны здания. Вот у меня туда. На приличный кружок выйдет. Даже порой не видно, откуда приехал. Наткнулся на парк, скейт-парк. Жалко, доска не со мной. Так бы катнул с радостью. Так, тут, видать, флот-зона с гранями, жайлами. Такой просторный скейт-парк прям. Нравится это. Хожу в Йокохаме. Успел доехать до захода солнца. Правда, не совсем в центр. Еще чуток до центра. Но, тем не менее. А вот и центр Йокохамы. Еще не совсем стемнело, но уже почти. Забежал в Nissan Gallery. Пробежимся, что тут есть. О, вспомнил. Надо в Макдональдс зайти купить Happy Meal. Цыганский GTR. GTR. GTR Nismo. Конечно, шикарен. Так, здесь все без изменений. Вон гоночный GTR. Firelady Z Nismo. А 400Z все никак не увижу вживую. Может, Nissan Gallery стоит. И сегодня туда точно не поеду. Это обычный GTR для сравнения. О, в прошлый раз другого цвета стоял. Старичков тут. Тоже небольшие изменения. Deluxe седан. Просто Datsun седан. Это он был раньше. Bluebird еще 200. Fancy Deluxe.
Зашел на несколько минут, но уже совсем стемнело. До дома 40 км осталось. Так что еще предстоит поработать.